Здравствуйте, дорогие зрители! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Друзья, сегодня мы снимаем, продолжаем фильм снимать о саде, за который садли ленивы, за которым легко ухаживать. Ну вот вы видите, мы на огороде. Я порвала, значит, сверху сорняки, потому что они были выше моей головы. Вот. А сейчас мы будем... Я вам буду показывать, какое хорошее я приспособление имею для того, чтобы, вот видите, на первом плане корнеудалитель, который удаляет уже все оставшиеся корешки в земле. И не нужно делать никакой перекопки, сохраняется земля, верхний слой, что очень важно. И в том числе... Он наматывает, если длинные корни, особенно вот от трав, он наматывает на себе, и очень легко все очистить и все убрать. Я готовлю эту грядку к посадке кабачков, естественно, рассада, потому что я опоздала уже. Ну вот видите, у меня на участке не так много грядок, но все-таки они есть, потому что я хотела, мечтала, конечно, свою зелень. Ну вот получилось не совсем так, как я мечтала. Однако же, вот сейчас... Я вам покажу, как у нас, значит, вот будет происходить работа. Очень легкая, которая не требует никаких усилий. Может быть, у кого-то есть корни эти удалители, так вы сами можете меня поддержать и написать, что да, действительно, это очень просто и легко. Вот, дорогие мои друзья, как вы видите, я уже почти весь этот кусок сделала. Еще раз вас приветствую на своем канале. Вот, и, значит, мне остался маленький кусочек. Сейчас я покажу, как я его доделываю при вас. В общем, делать это все очень быстро можно.